сегодня в Центральном парке культуры и отдыха. Для вас играли на волынке Алексей Белкин. Ансамбль играет, конечно же, на скрипке. Дамы и господа, выпускница Санкт-Петербургской консерватории Юлия Усова. Человек, который играет сейчас с нами всего лишь второй раз в жизни. Человек-пальма. Павел Андреевич Толстой. Бас-гитара. Крис Ри обычно рыдает от зависти, когда слышит, как играет на гитаре вот этот человек. Миссия рок-н-ролл. Алексей Скосарев. Петр Александрович Сергеев. На большом барабане сердце группы «Отовоё». Большое спасибо, Кита Сваримач. Это была последняя композиция. Группа «Отовоё» с вами прощается. После нас сейчас будут ремонтировать сцену.